Так, все, я нажал. Окей, okay, и можно начинать. Значит, Кирилл спрашивает, сколько времени это продлится? Практически чуть меньше часа, то есть в час вы уже освободитесь. Я думаю, что даже, может быть, поменьше, в зависимости от вопроса. Да, и так давайте просто тогда не будем откладывать и начнем. Всем еще раз привет. Спасибо, что присоединились, и вот сегодня мы поговорим о такой достаточно серьезной теме, но с такого, может быть, достаточно простого ракурса. И надеюсь, что вам будет полезно, и также будет здорово, если вам есть что сказать. Вы можете писать вопросы, поделиться своими мнениями, либо каким-то опытом. Это будет интересно как и там, мне, так и, наверное, другим участникам. Значит, видеозапись будет в конце, и также презентация также будет доступна для скачивания. Поэтому все будет. Так, окей. Okay. И сегодняшняя тема у нас звучит следующим образом. Интернет-технологии в экстренных ситуациях, что и как использовать. Парочку слов скажу о том, что вебинар проводится при поддержке фонда Focus Media, который предоставляет нам площадку webinar.ru. И пару слов о себе. Меня зовут Алексей Ница. Мой mail здесь. Если у вас есть какие-то вопросы, мне напрямую можете писать. И я являюсь вент-редактором. То есть все, что касательно анонсов мероприятий, наших, чужих, инфопартнерств и так далее. Также я делаю видеоуроки, такие небольшие видео, о которых сейчас расскажу. Это буквально там 5 минут, 8 минут. Сейчас в плейлисте на YouTube у нас уже там порядка 80 видеоуроков. Среди которых вы можете найти интересные для себя и посмотреть что-то и найти что-то новое для того, чтобы использовать в своей работе как пример, либо просто в жизни, то есть как сделать свою работу более эффективной. То есть в основном я там рассказываю это скринкаст, да, я просто показываю деятельность, то есть как работают определенные онлайн-сервисы, которые помогают вам делать что-то быстрее или проще. Ну, например, там как делать прототипы, как вы видите здесь, да, там прототипы мобильных приложений или веб-приложений. А, то есть для себя можете найти что-то много интересного, думаю. Также вебинары я записываю и иногда, если все получается хорошо, <coughs> то, что иногда не получается, я выкладываю на канал YouTube также наш. Там в более таком хорошем качестве запись, поэтому также можете посмотреть, если что-то пропустили. С этим все понятно, двигаемся дальше. И если вы по какой-то причине пропустили наш вебинар или хотите посмотреть, какие вебинары у нас вообще были вы можете зайти на наш сайт и посмотреть рубрику «Вебинары». Собственно, вот в презентации это кликабельная, то есть если вы потом ее скачаете, можете перейти. А так вы просто можете зайти в раздел мероприятий, и там вот внизу будет вот здесь «Мероприятие», там внизу будет такая ссылочка «Вебинары», и также можете посмотреть. То есть мы проводим по два вебинара в месяц, соответственно, но там уже достаточно много вебинаров, порядка там, 25, может, больше даже. А, с этим, наверное, тоже все понятно. Так, а, меня слышно хорошо. Говорю быстро, медленно, тихо, громко. Если какие-то пожелания будут, пишите. Я постараюсь говорить ну, просто и быстро, а, просто чтобы не задерживать. А, и хочу сразу сказать о том, что у нас 25 числа будет митап то есть Мария Борисенок у нас проводит метапы в Москве. Если вы находитесь в Москве, либо живете в Москве, либо будете в Москве, вы можете спокойно прийти. Это свободные такие открытые мероприятия. И 25 числа будет метап с Георгием Потаповым. Это руководитель проекта Космос снимки пожара. Если вы знаете о таком проекте, если не знаете, будет здорово узнать. То есть это такой проект, который с помощью Космос снимков определяет места, где есть пожары в России, на, наносит это все на карту, координирует работу и так далее. Действительно очень интересно. Соответственно, вы можете вот а, за, а, пройти по ссылке, я, наверное, вам дам сейчас даже ссылочку. Просто, чтобы у вас это было. А, если вы зарегистрируетесь, вы можете спокойно прийти и поучаствовать. Так, двигаемся дальше. И начинаем тогда уже по теме это цифровые технологии в чрезвычайных ситуациях. А, честно, 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 я долго думал, а, с какой стороны это рассказать, да, то есть, наверное, все мы не являемся специалистами в какой-то области, может быть, иногда мы какие-то волонтерские действия делаем, но мы там, наверное, не являемся специалистами в чрезвычайных ситуациях. Так вот, мне кажется, было бы интересно дать вам какие-то вот, ну там, знания либо понимание того вообще, как действовать. Тогда, когда вы находитесь не совсем в гуще событий, да, когда что-то произошло, а когда вы видите, что происходит, и ну то есть вероятность того, что вы можете просто увидеть, что что-то происходит, намного выше, чем вероятность того, что с вами что-то происходит. И ну, надеюсь, что это так будет, и это хорошо. И поэтому, собственно. Многие люди-то и считают, что а, чрезвычайные ситуации, там, например, там землетрясения, пожары, там, наводнения и так далее, они, в принципе, где-то далеко, да, они нас не касаются, может быть, там в силу каких-то географических, там, а, то есть, ну допустим, у нас нет горы, мы думаем, что у нас не может быть землетрясений, да, но это совершенно не значит, что мы не можем помочь тем людям, которые попали там, да, в такие ситуации, и как мы все знаем, что буквально вот в Непале недавно было землетрясение сильное, где пострадало очень много людей. И, в частности, есть много других причин, почему так произошло, и одна из которых я расскажу, вот, в частности, про Россию, почему. А большой минус на данный момент состоит в том, что единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в России на данный момент не существует. И ведутся какие-то разработки, но до сих пор нет общей системы по стране. Конечно, по отдельным регионам это существует, но это работает везде не очень хорошо, по-разному и так далее. Но единой системы нет. И вот для примера по, по, причине значит, отсутствия вот такой системы предупреждения, да, например, в Крымске в июле 2012 года в результате наводнения погибло 170 человек и более 34 тысяч пострадало. И, оставил, ну, и осталось там без домов и так далее, без жилья. То есть значение вот именно информирования и предупреждения, она достаточно сильная, и поэтому, возможно, если вот мы все люди, которые там, не знаю, пользуемся интернетом, и мы видим, что что-то происходит, если мы начнем каким-то образом использовать определенные сервисы, помогать людям, то, возможно, пострадавших будет меньше. Естественно, что те люди, которые оказались в эпицентре, да, то есть, естественно, им нужна помощь. Очень сложно, как бы помогать именно на месте, если ты не являешься каким-то специалистом или ты просто не знаешь, что делать, да, там у людей бывает паника, и мы совершенно не понимаем, как действовать в таких ситуациях, поэтому, ну, конечно, здорово, если вы умеете это делать, но если нет, то, с другой стороны, мы ожидаем всегда, что нам кто-то поможет, и вот этим кто-то может оказаться любой из нас. Так, и Двумя слайдами я хотел сказать следующее, что вот э, инструменты, да, вот все мы воспринимаем слово инструмент как что-то такое, да, и вот действительно, если мы находимся в гуще событий, например, там, в пожарах и так далее, то, скорее всего, нам нужны вот именно такие инструменты в прямом смысле слова, да, там нужен там, молоток, топор и так далее, что-то металлическое, чтобы делать физические какие-то действия и там помогать, там, разбирать завалы и так далее. Но если мы находимся не совсем в гуще событий и мы хотим помочь, то нашими инструментами, по сути, могут быть технологии, это просто может быть ноутбук, интернет, телефон. Этого будет достаточно для того, чтобы принести помощь тем людям и, возможно, даже спасти какие-то жизни. И вот если говорить с этой точки зрения, да, когда мы используем цифровые технологии, собственно, и интернет в чрезвычайных ситуациях, то основные задачи следующие. Это информирование и предупреждение, естественно, да, и это координация действий и коммуникация, например, волонтеров, например, там, местных жителей и так далее. И, естественно, это важный аспект, это сбор средств, помощи и так далее, да, то есть вопрос, как это можно делать самостоятельно. И вот буквально там в течение нескольких минут я попытаюсь рассказать, что на самом деле в этом ничего сложного нет, да, то есть простыми какими-то обычными действиями мы можем спокойно, действительно спокойно помочь тем людям, которые оказались в чрезвычайных ситуациях. И даже если там по каким-то причинам мы находимся в таких ситуациях, мы также можем использовать некоторые из них. И для начала я хочу вам показать некоторые выжимки из Emergency Camp. Это такое мероприятие однодневное, которое мы проводили в прошлом году. А, так, сейчас я нажму тут. Там выступал Григорий Осмолов, и он много чего интересного рассказывал. И вот я сейчас показываю свой рабочий стол. По идее, вы должны видеть значит, экран. А я просто перейду по ссылке, чтобы вам... Просто показать. Так, если видно, пожалуйста, напишите, что видно, потому что я потом переключусь и не буду понимать, вам видно или нет. Окей. А, да, и это просто материалы этого мероприятия. И тут просто есть интересные фразы, которые бы я хотел зачитать и обратить на них внимание. А также вам советую всем посмотреть. Я просто сейчас скину ссылку. Потом на досуге. Там будет видео и просто интересно. По сути, можно потратить 20 минут, посмотреть, как это было. Итак, э, Григорий Осмолов очень интересно рассказывал о, о разных платформах и опыте в, в Австралии. И вот э, просто не, некоторые фразы касательно вообще вот э, волонтерского движения, помощи в чрезвычайных ситуациях и вот аспекта в России, да, вот очень интересные есть такие моменты. Значит, э, если мы говорим о чрезвычайных ситуациях и вообще цифровых технологиях в России, то ну, собственно, первый критерий, да, это, как, это плохое покрытие сотовой связи и интернет в регионах России. И поэтому, во-первых, госучреждениям очень сложно обосновать использование современных технологий, да. Все вот привыкли делать, как они делают, да, вот, то есть там МЧС, они, условно говоря, помогают. Они, конечно, пытаются ввести какие-то новые технологии, но, тем не менее, это получается не так быстро и не так эффективно. Соответственно, они считают, что вот мы делаем то, что мы делаем, и это достаточно. Ну, как бы вопросов тут много. Дальше, значит, низкий уровень доверия. Волонтеров воспринимают как мародеров, да, то есть если мы берем чрезвычайные ситуации, естественно, что без людей никуда не денешься, то, в частности, вот русский менталитет в большинстве своем, да, воспринимает вот некоторые волонтерские действия и вообще волонтеров как мародеров, да, то есть возможно что есть какое-то недоверие к людям, потому что этих людей не знают, да, и действительно непонятно, а хотят ли эти люди вам помочь, либо они просто хотят вас как-то ограбить или сделать еще что-то. Условно говоря, до сих пор нет официального ресурса проверки вот подлинности волонтеров, да, что этот человек действительно волонтер, что он хочет помочь, а не просто Вася, который там случайно узнал, что тут произошло какое-то чрезвычайное там, событие, да, ситуация, и он на этом хочет как-то нажиться. Дальше нужно Сказать, что волонтеры — это не профессионалы и порой с обманчивым пониманием сил. И вот я просто читаю, на самом деле, это выжимки именно Григория, да, и вот он еще четко вот подметил некоторые такие нюансы и аспекты. Так вот, часто приходится спасать самих волонтеров, и это действительно правда, потому что большинство своих волонтеров, они не, не профессионалы, да, вот, и они очень, ну, то есть имеет большие риски сделать что-то не так, просто по незнанию или по неумению, хотя, может быть, ситуация достаточно простая со стороны, кажется. Вот, поэтому смех смехом, но вот такие ситуации бывают, да, и получается, что, там, например, профессионалы, да, там, или МЧС, они могут тратить силы на спасение самих волонтеров, чем на тех людей, которые действительно изначально нуждаются в помощи. Я вернусь назад, да, окей. Следующий пункт интересный, это Сейчас хочу еще сказать. Так, так, так. То есть вот э, нужен открытый данные, стандарт, по которым будет доступна информация вообще о том, что происходит в мире, да, и, э, в мире, точнее, в стране по там чрезвычайным ситуациям. Это вот я говорил к тому, что нет до сих пор э, единой какой-то службы предупреждения, да, и совершенно непонятно, э, как вообще действовать и так далее, то есть... Вот основываясь на этом, можно тоже уже сделать какие-то выводы, да, то есть как вообще воспринимается, например, там помощь, там, чрезвычайные ситуации и так далее. То есть какой-то явный недоверие вот прослеживается в первую очередь. Так, сейчас я это выключу. Так, вроде все. С этим понятно. И да, вот хочу теперь поговорить о следующем, просто подвести какие-то вот такие... Ну, моменты, которые важны, ну, в принципе, может быть, они понятны всем, но тем не менее, да. То есть мы понимаем, что чрезвычайная ситуация – это такое, действительно, ну, что-то какое-то стихийное бедствие, да, и один человек просто не может с этим справиться. Или те люди, которые попали в беду, соответственно, необходима помощь других людей, да. И вот есть такое понятие, как краудсорсинг, когда от английского, если мы переводим, это толпа и использование ресурсов. То есть это решение задач с помощью многочисленной группы людей. И вот она может быть бесплатной или с минимальной оплатой. И, соответственно, формируется сообщество людей, связанное одной идеей, и, в частности, это волонтерство, да, и это волонтеры, которые помогают, например, при различных чрезвычайных ситуациях, там, например, землетрясения, либо пожары, либо что-то еще. И вот э, просто хочу подметить вот необходимость и понимание краудсорсинга и силы краудсорсинга в таких вот ситуациях любая коммуникация должна приводить к какому-то определенному действию и, соответственно, краудсорсинг помогает мобилизовать ресурсы для достижения конкретных целей. И, естественно, что сейчас без информационных технологий просто невозможно достигнуть каких-то целей, потому что не будет нормальной координации, да, то есть либо она будет, но она будет затрагивать очень малое количество людей, которые находятся в, в определенной зоне или близости друг с другом. Соответственно, возможности и эффективность будет достаточно низкой, то есть главный принцип и главный смысл информационных технологий, да, это расширить количество возможных э, там, людей, например, да, которые смогут помочь, и тем самым увеличить эффективность помощи и скорость, э, там, оказания помощи. И теперь, если вот вкратце рассказать о том, какие ресурсы бывают, просто я не хочу вдаваться в подробности именно краудсорсинга, но просто важно, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть, естественно, что человек, если он хочет помочь, да, он, естественно, не обязательно, как я уже говорил, может делать это физически, на месте, с топором э, и так далее, да. То есть, он может быть делать это совершенно иначе, но его помощь будет не до... ну, то есть, действительно важна, и она может быть оценима там впоследствии. То есть, физически это понятно, сенсорная сбор информации тоже очень важно. Обязательно необходимо собирать информацию для того, чтобы понимать э, вообще, что происходит э, где границы этой чрезвычайной ситуации, как с ней бороться и так далее. Интеллектуальный — это опыт и знание. Действительно, если человек где-то даже он удаленно, и он просто владеет какой-то информацией, или он имеет уже опыт разрешения таких ситуаций, он, он просто будет очень ценен в рекомендациях и так далее. А с использованием интернета, тем более, становится намного проще именно коммуникация, да, и также вот аналитический анализ данных, то есть да просто может быть иногда без толку да там собирать данные, информацию, фотографии без анализа, потому что это ни к чему не приведет, соответственно обязательно нужно там иметь людей, которые будут анализировать просто эти данные и а, нужно понимать, что вот эти вот люди, они, например, опять же находясь где-то удаленно, не смогут помочь определенной ситуации, да там разрешиться намного быстрее с анализом естественно, финансы, да, без денег реализовать помощь, от, там, какие-то волонтерские действия, отряды, это очень сложно, естественно, нужны финансы, и а, есть определенные аспекты, с помощью которых можно собирать деньги, о которых я расскажу, и мы собирать деньги можем мы, каждый из нас, то есть все, что я сейчас рассказываю, это касается вот каждого из нас, то есть что может делать каждый из нас, когда он знает, что случилось где-то что-то рядом, где-то далеко, или вообще, что он может помочь. И это достаточно очень простые действия. И изначально хочу рассказать о платформах, и первая из которых она представляет, ну, потому что просто теплица с ней связана, поэтому мы и рассказываем. А, собственно, Григорий смола в том числе связана с ней, и эта платформа существовала с 2011 года. И сейчас она стала открытой и с open source. Это что значит? Что эта платформа, во-первых, может установить любой разработчик, любой человек там умеющий немножко программировать, да, в своем регионе. И теперь главное, что это такое вообще, если вы не слышали о том, что такое рында, виртуальная рында, да, то есть рында это колокол. Наталья спрашивает, да, про презентацию, конечно, я выложу ее, и она будет там в пост-релизе на нашем сайте в том числе, но я после вебинара просто дам ссылку на скачивание, и так что проблем не будет. Да, так вот, виртуальный рендер, рендер это колокол, да, это то есть такая штука, когда вот там, например, при чрезвычайных ситуациях или пожарах обычно раньше звонили или сейчас это делают. Так вот, эта платформа позволяет значит, запросить какую-то помощь или предоставить информацию о том, как вы можете помочь, например, в определенном регионе. И то есть это такая платформа двусторонняя, когда одни люди могут предлагать свою помощь, другие ищут помощь, да, И это может применяться где угодно, то есть вот принципе, вы можете развернуть эту платформу очень быстро, там, да, просто там сказав своему какому-то программисту, если она, конечно, еще не действует, да, где-то. Либо это нацелено на решение какой-то определенной очень узкой, там, чрезвычайной ситуации, например. Ну, то есть не обязательно там пожар, наводнение, но что-то еще другое. Вот. И таким образом, например, вы как человек, как, условно говоря, волонтер, который может, там, допустим имеет какой-то там ресурс времени, знаний, и там, да, может помочь, вы можете зарегистрироваться здесь на существующие там открытой ренде, да, там виртуальной ренде, то есть рендорг, и посмотреть просто, как это работает. Вы можете, например, если вы живете в Москве и бываете в других городах, можете написать, например, чем вы можете помочь в Москве конкретно, что вы можете делать, например, да, или если вы бываете в других городах, вы также можете отметиться там, где вы можете помочь, вплоть до территориального расположения. И это очень удобно, когда существует такая база и платформа, чтобы координировать вот э, ситуации определенные и смотреть, каким образом вы можете там, применить свои ресурсы там, и знания, либо время да, для помощи другим людям. И, в принципе, вам это ничего не стоит, да, то есть вы тратите только свое время, свои силы немножко там, да, и вы это можете делать у себя дома, но тем самым внести вклад вот в разрешение какой-то чрезвычайной ситуации. И опять же, еще раз говорю, а это сейчас стало open source, это значит, что вы можете код этой платформы скачать на GitHub и установить в своем проекте, немножко адаптировав его, и у вас будет такой же, вот такая же платформа. И вот мне кажется, очень важно отметить следующее, что сила хэштегов. То есть вот вы все знаете, наверное, что такое звездочки, да, и вот а, сила хэштегов, она, в принципе, наверное... Ну, тут есть, наверное, двоякое мнение, что, с одной стороны, может быть, это действительно эффективно и так далее, но многие люди, может быть, считают, что это совсем неэффективно. Так вот, я считаю, что это очень эффективно. То есть, как вы понимаете, хэштеги, условно говоря, я не знаю, видно вам или нет, тут, ну, то есть, всем привычно, например, там, тот же Твиттер, да, то есть, кто, в принципе, наверное, так более-менее сделал хэштеги популярными, то вы можете вот, например, ввести хэштег Непал, да, и посмотреть просто вообще, как происходили действия, по хэштегам, что писали люди, то есть вы реально можете просто отмотать до того момента времени, когда происходило землетрясение, посмотреть, насколько быстро вообще реагировали люди и писали, что-то информировали и так далее. То есть, по сути, получается следующее, что если происходит какая-то чрезвычайная ситуация или какое-то просто действие, да, просто быстро начинаете писать и присваивать какой-то определенный хэштег, который будет понятен людям, да, например, это если либо это там место, да, где это происходит что-то, либо там просто какое-то что-то короткое, и, собственно, по этому хэштегу во всех социальных сетях люди смогут просто найти ту информацию, которая им важна потому что, например, те люди которые живут в Непале, буквально они сразу начнут смотреть, пока есть связь они могут найти там информацию о том, что происходит, может быть там на расстоянии нескольких километров, но информация по Твиттеру, например, распространяется в разы быстрее, чем, например, это будет сказано по телевидению либо радио. Как мы знаем, что вообще в мире, ну и в России в, тем, в том числе, да, система предупреждения, о которой я говорил, вот, которые единый-то нет, но есть вот такие вот региональные, да, они, в принципе, как действуют, как и раньше, затрагивая, во-первых, первые два, это радио и телевидение, ну и сейчас уже тестируется и действуют такие системы, которые а, пишут вам, собственно, смс, и в браузерах а, даже всплывающие окна такие появляются, что происходит, что-то там очень важное. Пожалуйста, обратите внимание. А за эффективность последних двух и вообще работоспособности я не могу говорить, но что же касается, например, первых двух, то есть это телевидение и радио, это, естественно, работает. Но, как мы понимаем, что действительно скорость распространения информации очень низкая. И... Допустим, просто живу я в Москве, да, я по себе знаю, что самый быстрый способ посмотреть, что происходит или что случилось, например, в метро, почему там поезд не ходит или еще что-то, да, это Твиттер. То есть ты просто заходишь и там ищешь какое-то ближайшее, там, например, местоположение или хэштег, и ты сразу видишь, что происходит, если люди пишут, естественно, что-то. То есть если ничего не пишешь, значит ничего не происходит. Но в основном, в принципе, Твиттер как инструмент, как один из инструментов, да, там, поиска по хэштегу, либо просто поиска информации, которая распространяется очень быстро, она вот, он самый такой эффективный. Так вот, хэштеги, это опять же очень сильно и важно. То есть, если вы видите, что что-то происходит, вы можете начать создавать такую волну, которая, просто информационную волну, которая позволит вам с помощью хэштега распространить информацию намного быстрее. А... Двигаемся дальше, и вот э, касательно хэштегов, да, соответственно, естественно, что эти хэштеги можно писать везде, там, кто-то использует, там, одни социальные сети, кто-то другие, кто-то свои сайты и так далее, но э, как же быть в курсе событий, вообще понимать, что происходит, как сделать это в едином каком-то портале, например, для анализа, да, данных, либо для того, чтобы вообще собрать эти данные и координировать эти данные, то есть, вот, например, существует такой очень простой, но очень эффективный ресурс, называется Spotify... Э, Storify, sorry. Spotify, это музыка, Storyfy. И что он позволяет делать? Во-первых, вы регистрируетесь там через свою социальную сеть, в основном это Facebook либо Twitter, да, и потом подключив вот аккаунт, как вы видите, иконки здесь есть, да, там Twitter, Facebook, Google и так далее. То есть, этот сервис позволяет, во-первых, вам искать информацию по а, контенту, по ключевым словам, по хэштегам, например, по видео, по фото и так далее. То есть это реально очень эффективно. Это может применяться где угодно. Просто мне кажется, что это не очень еще недооценено. Так вот, касательно, например, там, Твиттера, либо Инстаграма, то есть тех социальных сетей, которые позволяют выявлять геоположение, да, ну, мы все знаем, что когда, например, в Инстаграме фотографируем, мы можем, ну, там геолокацию определить это фотографии, соответственно, будет понятно, где сделана фотография. Так вот, с помощью по сути таких фотографий мы можем быстро с помощью там Storyfy найти вообще, что происходит в определенной зоне действия или в определенном там круге, то есть там, например, я не знаю, там в радиусе километра, допустим, да, то есть там, ввести город или там название улицы, и мы можем быстро посмотреть, что вообще происходит. Также вот, то есть как это было сделано, например, вы можете потом кликнуть и прочитать вот, собственно, про землетрясение в Непале И это очень круто сделанная штука, где была вообще подборка всех вообще, ну, всей информации, которая появилась в социальных сетях буквально с первого момента И вот как вы видите или не видите, там мелко просто написано, что вот эту штуку вообще просто просмотрело 36 тысяч человек то есть это уже реально очень здорово, и информация распространяется действительно очень быстро. То есть, например, еще раз, Storyfy можно использовать как, во-первых, прошу прощения, как, во-первых, инструмент для сбора информации, да, который происходит, который вам интересен для анализа информации, да, в том числе. То есть, например, если вы находитесь где-то и у вас там начался пожар в определенной зоне, вы можете быстро собрать информацию, а происходит ли такой вокруг. И тем самым, условно говоря, вы можете проанализировать распространение, например, пожара или наводнения вот с помощью вот именно такого инструмента, который показывает, что пишут об этом люди, да, то есть если об этом там пишут, действительно, что что-то происходит. И, конечно, таких вот инструментов достаточно много. И, допустим, есть еще IFTTT, то есть это такой... Я не буду писать сайт, но он пишется так. IFTTT, по-моему. Или IFTTT. Ну, то есть по сути, он предназначен для того, чтобы автоматизировать действия в ваших социальных сетях. То есть, когда вы, например, там, постите фотографию в Facebook, она у вас автоматически сохраняется где-то, и так далее. Так вот, одной из функций, например, такого сервиса является поиск, опять же, фото в Instagram касательно определенного геоположения, в радиусе определенного места. Да? И вот также это можно координировать, действия и смотреть, что вообще происходит там. То есть вы удаленно находясь там, вы можете действительно смотреть, что происходит и координировать те действия, которые там нельзя координировать с помощью других... Э, то есть даже вы будете, наверное, иногда вы будете находиться в более лучшем положении, чем люди, которые находятся там, например, волонтеры, потому что связь в, обычно э, в местах отчерченных ситуаций очень плоха. То есть она есть, например, да, еще, она все еще есть, например, там даже есть, может быть, интернет, но он очень-очень плохо работает, а вы там можете координировать это нам, намного более быстрее. Вот. И далее, собственно, есть еще более такой, более профессиональный такие инструмент, который позволяет, опять же, собирать и, как вот мы видим, CrowdSense — это инструмент для того, чтобы ну, в кавычках слушать народ, да, и понимать, что происходит и какие инциденты случаются вообще, да. То есть, опять же, это поиск по различным параметрам, который позволяет вам оценивать вот вообще, то есть, там, слушать социальные сети, а краудсорсинг — выражается, опять же, в социальных сетях, потому что, ну, как бы это, ну, и, это и так понятно, да? То есть... Э, то есть быстрый способ определения — это именно послушать, что говорят люди. А где они говорят? Обычно это говорят в социальных сетях. <coughs> Все мы знаем, что это такое. Может быть, кто-то даже игрался. Это дрон. Это летающий такой... Ну, не знаю даже... Квадрокоптер, в зависимости от того, сколько у него этих винтов То есть, в общем, теперь поговорим о том, как вообще используются вот такие штуки С одной стороны, вам кажется, может быть, что это игрушка Но с другой стороны, это на самом деле совсем не игрушка Потому что уже достаточно много случаев было, когда эти штуки помогали в, например, просто в информировании, в том числе косвенно, конечно, да, и так далее Дроны. А почему они должны быть запрещены? Нет, конечно. Дроны не запрещены. Мне кажется, ну, я, я, я не могу там с юридической стороны там ответить на 100%, но мне кажется, дроны будут разрешены до, до тех пор, пока они не смогут поднять э, живого человека. Вот. Тогда это уже будет, наверное, не совсем как бы разрешено. Да, то есть дроны, они позволяют, как вы видите, там, прикреплять к ним видеокамеры, да, и поднимать их на большую высоту и делать фотоснимки, видео и так далее. То есть в труднодоступных местах, например, это очень-очень хорошо работает. И, например, если это пожар, наводнение и так далее, то это действительно может принести большую пользу. Соответственно, часть дрона, они могут вообще транслировать эту информацию прямо вам. Ну и, собственно, с применением каких-то там технологий вы можете вообще транслировать происходящее сразу прямо в, на определенный сайт. Либо фотографии, которые он делает, также транслировать на сайт, либо потом просто вот вы его запустили, он полетал, собрал информацию, потом вы взяли, там, например, флеш-карту, вставили в ноутбук, запустили, и, там, например, по хэштегу вы сделали такой сайт, который показывает людям, что происходит в данной ситуации. Конечно, для этого нужен интернет, но, тем не менее, вот это работает. И вот самый такой простой и живой пример, как это работало, значит, я, к сожалению, не помню в каком году, но как это называется. В общем, смысл в том, что э, было наводнение, и вот на этой местности еще со времен войны оставалось много всяких э, не бомб, а как это называется. В общем, зарытых снарядов в земле, которые, возможно, могли детонировать. Соответственно, так как было наводнение, эти породы были размыты и было очень опасно. Это все происходило на Балканах. Так вот, с помощью дронов а, и фотоснимков, сделанных с большой высоты, собственно, потом была сделана такая карта, которая позволяла выявить, вот где вот эти вот опасные а, места были, где есть вот эти вот мины, которые могли детонировать. То есть вот а, в таких ситуациях, например, без дронов, это было бы очень сложно определить, да, и, возможно, например, пострадали какие-либо люди, даже, например, там саперы. То есть, а здесь, введя фотосъемку сверху, можно вот сделать именно вот такую оценку. Наталья говорит, что полеты на беспилотных летательных... Да, на беспилотных летательных аппаратах. Но никто не говорит, что беспилотные летательные аппараты запрещены. Ну, в общем, да, это такой спорный вопрос, но тем не менее он такой достаточно интересный. Так вот... Использование дронов, вот, оно уже входит э, в работу многих, конечно, спецслужб в том числе, мы все об этом знаем, там, берем Соединенные Штат и так далее. Любовь говорит, что это игрушка, но понимаете, Любовь, если эта игрушка позволяет э, делать, например, фотоснимки с большой высоты, которые дадут вам какую-то информацию важную, это уже не игрушка, да, это уже инструмент, который поможет вам э, в, в решении ваших там чрезвычайных ситуаций. Так вот, это же здорово. Так вот, я и рассказываю о том, что вот мы все, да, воспринимаем вот это все как-то очень серьезно с одной стороны и думаем, что мы не сможем никак помочь. Так вот, вот вы говорите, что у вас сын, например, да, на вертолетах летает. Так это значит, что а, он также вот в какую-то ситуацию он просто может использовать там этот вертолет или дрон, да, он знает, как им управлять и он сможет просто помочь например, составить вот такую карту, и, естественно, это будет намного быстрее, вот если этого не делать, да, то есть представьте себе, что там действительно какое-то наводнение, да, там что-то произошло, то есть вот это можно решить, например, там за 20 минут, да, а без дрона можно решить это за 3 часа. То есть вот недооценимо, может быть, кажется, что вот это игрушки, но это на самом деле совсем не игрушки. Да, и вот эти дроны, естественно, конечно, они сейчас входят в нашу жизнь, мы уже с ними играем, они уже летают, они уже снимают, они снимают все, что только можно, разного типа кино снимают, вот, и, соответственно, они действительно могут быть полезны. И переходим немножко к другим устройствам. Я вот, честно говоря, долго искал, но нашел то, что, о, о чем мы писали, принципе писала. Сейчас я говорю о тех устройствах, которые позволяют коммуницировать и координировать действия вот в местах, в очагах, в чрезвычайных ситуациях, когда нет связи, нет интернета и нет мобильной связи. Одно из них – это промышленный прототип, который, возможно, уже в ближайшем времени будет ä, выпущен. Это Риачи, это такая, условно говоря, рация, которая работает ä, очень просто. Она работает ä, на основе технологии мэш сетей и что это значит, что это высокоскоростная передача данных без использования мобильной связи и интернета? Опять же, не вдаваясь в подробности технические, то есть можно сказать о том, что эти устройства, они работают как соты, да, они передают, условно говоря, сигнал от, от устройства к устройству. То есть если у вас распределенная сеть волонтеров, таким образом вы можете передать информацию от одного волонтера к другому и так далее, да. Таким образом передача может быть на несколько километров и тем самым вы можете передать информацию от... Очень сложно доступного э, к менее доступному, ну, в том числе FireChat, да, то есть э, да, конечно, FireChat, да. То есть, опять же, просто есть э, такая технология mesh сетей, и на, на основе технологий в принципе создано достаточно много, и в том числе э, мессенджеров, FireChat, самый известный, да, который был использован в том числе и в когда были различные волнения в, в Египте, по-моему. То есть это очень сильно помогало коммуницировать между собой, вообще вот смотреть за тем, что происходит. Но вот именно вот это устройство РИАЧ, оно было создано именно для чеченых ситуаций и волонтеров. И большое преимущество просто в том, что есть определенный радиус действия, но и это устройство водостойкое. Вода да, потому что там понятно, что если оно упадет, если у вас сотовый телефон, то, ну, во-первых, он быстро заряжается, да, он очень, там, то есть там что-то где-то брызгнуло и так далее, и все, и он перестал работать. Такие же устройства, они именно а, предназначены для использования в таких вот трудных ситуациях, и они позволят а, именно волонтерам вот общаться между собой. Опять же, это один из примеров. Таких действительно достаточно много, но они вот постепенно, опять же, они постепенно входят в нашу жизнь. И никто не говорит о том, конечно, что нужно там обязательно закупать такие устройства. Формально, конечно, нет. Да, действительно, возможно, что там будет достаточно вашего там сотового телефона, допустим, да, но тем не менее, просто нужно знать о том, что это существует, и, может быть, действительно попробовать вот эти вот фарчат и другие устро... и другие приложения, которые работают и посмотреть как это работает. В принципе, технологии достаточно интересны тем, что если мы говорим о какой-то мирной жизни, да, то, например, есть очень много таких приложений, и они находят применение в следующем, например, когда вы находитесь на большой конференции, допустим, да, когда есть определенное скопление людей, неважно чем оно обусловлено, да, в принципе, то есть большое скопление людей может быть обусловлено конференцией. Вы можете, например, ехать в автобусе или в метро, вы можете взять в самолете. Вот это все, как вы понимаете, это вот именно позволяет людям общаться, а, например, касательно самолета, допустим, я, я вот, в принципе, технологически не очень знаю, можно это или нет, но, как мы все знаем, что в самолетах, в принципе, интернета нет. А, ну, как бы он есть, но он стоит очень дорого, да, и если вы летите там, например, определенными авиалиниями, так здесь использование таких технологий позволит, например, вам там, ну, условно говоря, общаться во внутренней сети или там использовать ресурсы внутренней сети, например, там, там в том числе там может быть какие-то фильмы, книги и так далее, вот. То есть, опять же, такие технологии есть, они просто должны быть известны всем и, может быть, действительно просто стоит самому установить, протестировать, как это работает. То есть, это вот мое пожелание как к себе, так и к вам. И да, и возвращаясь к тому, что мы говорим, то есть координация, она, во-первых, идет через социальные сети. И вот мы сейчас переходим к вопросу о том, как же, в принципе, мы можем помочь, естественно, деньгами. Ну и самый простой пример, это, естественно, социальные сети. И Facebook, как представитель, да, социальной сети, такой известный, сам, самый известный в мире, в принципе, да, то вот как только произошло событие в Непале из-за то многие пользователи вы видели, скорее всего, у себя тоже, вот такие вот всплывающие сообщения о том, что нужно поддержать определенного человека, либо просто по оказать помощь. И в том числе в России я точно это знаю, что был создан э, очень интересный такой подресурс на Фейсбуке, который позволял найти ваших друзей, которые находятся, то есть люди, которые находятся у вас в друзьях на Фейсбуке. Э, можно было проверить, где они находятся в данный момент, и не оказались ли они в гуще событий, да, вот в Непале, например, и так далее. Тоже очень здорово, потому что. Э, по сути, социальная сеть объединяет вот людей, да, и таким образом вы быстро можете узнавать, где кто находится, и вот это очень важно, на самом деле. Я вот не знаю, как другие социальные сети, в принципе, но вот Facebook очень здорово это сделал, и я думаю, что это, во-первых, многим помогло найти там родных и близких, да, там, чтобы они не волновались и чтобы они понимали, что все хорошо, допустим, да. Как мы знаем, опять же, кто там живет в Москве или еще там, там ну, как-то пережил какие-то определенные ситуации, например, там, связанные, там, как в Москве с метро, то все мы знаем, что там буквально там что-то происходит, да, и когда это уже там передается по телевидению, то там наши родители, там, близкие начинают звонить, узнавать, все ли в порядке, и... Вот, например, социальные сети сейчас, мессенджеры, они дают возможность быстро дать, понять, что все окей, все хорошо, то есть я жив, здоров и так далее. Вот. Так вот, возвращаясь, например, к сбору средств, социальные сети являются очень большим таким инструментом для этого, да, то есть вот Facebook проявил это следующим образом. Также, например, мы знаем компанию Apple, например, в Штатах или там вообще в мире достаточно много людей, владеете этими устройствами уже и все больше и больше, и поэтому Например, на определенной страничке в iTunes у них была вот такая вот э, страничка, ну или там веб-стор, -веб когда вы можете с телефона зайти, когда вы скачиваете приложение, у них была прям полноценная страница, где можете пожертвовать э, деньги э, там э, Красному Кресту, да, и э, помочь тем самым людям. Опять же, я вот на слайде это не отразил, но когда я готовился, я смотрел следующий момент, что, естественно, есть вопрос недоверия, да, опять же, как я говорил, что вот происходит какая-то ситуация, особенно в России у нас есть недоверие к происходящему, и мы не знаем, действительно это так или нет, то есть, допустим, происходит какое-то землетрясение, либо наводнение, либо пожары, и мы видим информацию о том, что действительно страдают люди, мы хотим помочь, окей, там мы видим какие-то даже там реквизиты банковские и так далее. Но как проверить, что действительно это вот это, это действительно те счета, которые вот ä, правдивые, да? То есть не хватает ä, такого ресурса, который бы анализировал ä, подлинность вот таких вот ä, организаций. И вот, например, как было связано с Непалом. Естественно, в мире все люди пытались помочь, и тоже существовало достаточно много таких фейковых аккаунтов, которые, собственно, писали о том, что помогите, переведите и так далее. И, например, за New York Times они сделали такую подборку именно организации, которым стоит э, переводить деньги, потому что действительно они проверены, они помогут э, именно в решении этой ситуации. Э, и переходя далее, больше более конструктиву то есть естественно, что вы как человек, который находится где-то вдали, либо узнали о какой-то ситуации происходящей рядом, и вы хотите помочь, естественно, что мы в первую очередь можем помочь самостоятельно, но мы ограничены в денежных средствах и ресурсах, и подключая сюда вот возможности краудсорсинга, мы можем собрать деньги с помощью других людей, как на нашем сайте, так и на сайте других людей. Так вот наверное, все мы знаем или не знаем еще, онлайн лейка – это плагин бесплатный для сайтов на, на WordPress. Если у вас сайт на WordPress, это в первую очередь вам будет очень удобно. Если сайт не на WordPress, то, в принципе, сейчас также будет возможность устанавливать эту лейку. То есть это плагин, который был разработан вот у нас и Сейчас это говорю, да, потом прочитаю. Значит, э, который был разработан ну, нашими разработчиками, и он позволяет э, вот делать такие компании. Давайте я тоже сейчас включу просто экран и покажу, как это работает. <coughs> так, лейка. То есть можно создавать такие демо -ком... Ну, не демо-компании, а сейчас покажу на примере демо-компании, что вы быстренько на своем сайте можете сделать... Э, Например, страничку о том, что вы собираете средства на, на, на что-то конкретное, да, вы описываете это все, да. То есть можно поставить даже цель, сколько вы хотите собрать. И способы сбора денег, то есть можете указать определенные там варианты, тут как пример, например, Яндекс Деньги, Вебмани и так далее. И это мы, вот это все можно развернуть буквально за 5 минут, буквально за 5 минут, если вы быстро там что-то можете сделать, то есть там за 10 минут буквально, то есть если произошло какое-то событие, то теоретически, если вы там не коммерческая организация, либо вы там вот какой-то вы знаете организацию, которая действительно имеет такую широкую аудиторию в этой области, где происходит там, вот такое чрезвычайное происшествие, вы можете быстро скоординироваться, да, и буквально там за сутки собрать достаточно денег, чтобы там помочь людям. И, конечно, существуют другие там аспекты, ну, то... другие инструменты, например, от Яндекса и так далее, но вот наш плагин позволяет, во-первых, делать действительно полноценные такие вот компании, и мы прозрачно показывать можем, как кто жертвует, и это очень удобно с точки зрения юридической, то есть это все прозрачно и удобно. Единственное, это очень быстро настраивается. А, таким образом вы можете собирать деньги на какие-то вот такие вот ситуации. Так, спрашивают. Непальский Красный Крест уже шесть недель держит тонну гуманитарии на своих складах, но все вопросы отвечают, что распределенная гуманитарные помощи должны решаться политиками. Ну, вот опять же, да, я не знаю, как прокомментировать. То есть, в принципе, у нас есть мнение, что нам должны всегда помогать, да. Но вот мы, в частности, вот, наши организации, наш проект теплиц социальных технологий, да, призван как раз показать вот вам, что не, уже пора действовать, да, не надо ждать, надо делать самим, потому что если мы будем ждать, то вряд ли что-то получится. Но с помощью нас, с помощью людей, да, вот покрупиться, если каждый человек будет внести, будет вносить какой-то вклад, да, и будет уметь какие-то делать простые действия, которые приведут к какому-то хорошему результату, это будет намного лучше и положительнее. И как вы видите, в принципе, это все действия они действительно простые, то есть не надо быть каким-то специалистом. Если вы просто там достаточно хорошо понимаете и владеете интернетом, и у вас есть интернет, и у вас есть там время, вы можете координировать и помогать людям. То есть с онлайн лейкой достаточно понятно, да, и вот действительно хороший плагин и. Я надеюсь, что этот плагин разовьется в какой-то отдельный сервис, который поможет вот, действительно многим компаниям. Сейчас уже у нас очень много кейсов, которые действительно говорят о том, что этот плагин помогает эффективно очень собирать. <coughs> То есть есть достаточно преимуществ. Вы можете опять же также посмотреть, установить это на свой сайт, и это работает. Вы также можете установить это, если вы физическое лицо, а не юридическое. То есть это тоже плюсы. Но только там надо будет использовать Яндекс деньги. <coughs> Так, э, с этим понятно. Все, я, в принципе, сказал все, что я хотел. <coughs> очень просто, но мне кажется, очень важно. И еще раз я напоминаю о том, что вот у нас будет метап. Э, и давайте тогда поговорим, и если у вас есть какие-то вопросы, мне кажется, стоит обсудить, потому что у вас есть какой-то свой опыт или свое видение у кого-то, и я думаю, что было бы интересно послушать, если кто-то хочет что-то сказать. Ну, то есть лучше написать, конечно, а не сказать, вот, поэтому... То есть все молчат, вопросов нет. Вот, Кирилл спрашивает. Есть ли пример взаимодействия с органами власти по чрезвычайным ситуациям? Есть примеры взаимодействия. Вот я вначале давал ссылку, где Григорий Осмолов рассказывал. И, в принципе, там как раз говорится... Все это тяжело, вот это все достаточно тяжело. То есть, да, про РФ. Ссылка на презентацию отдела. То есть это... В общем, отвечу следующим образом, что взаимодействие достаточно сложное. И иногда действительно лучше идти по пути именно краудсорсинга и вот какого-то самостоятельного действия, но естественно, что это должно идти не в противовес, а в... В координации с МЧС, в том числе, да, то есть, вот а, тут нет какого-то единого совета, наверное, да, но вот все-таки до сих пор в России это все еще очень тяжело. Вот очень тяжело. И многие, например, организации, которые желают помочь, да, то есть, вот они встречают какое-то недоверие со стороны органов власти, в том числе, да, и они не позволяют делать какие-то вещи, которые могли бы быстро помочь, там, оказать помощь. То есть. Но мне кажется, что очень важно все-таки продолжать делать какие-то вещи и не смотреть на то, когда начну делать, там, например, как... и, то есть, вот сидеть и ждать, когда же у нас МЧС улучшится, да, или, там, когда что-то произойдет. То есть, как помогать нельзя? А... Вот вначале, опять же, я показывал выдержки из выступления, да, и там, был говори... и там говорилось о том, что часто надо спасать самих волонтеров. А, вот самое главное, вы должны понимать, что если вы что-то начинаете делать, вы должны понимать, что вы делаете. Если вы не знаете, что вы делаете, лучше вообще этого не делать, не трогать совершенно. То есть, вот это действительно только усугубить. То есть, как фраза такая есть, да, лучше помощь не мешать, вот, то есть не надо доводить до этого. А, и... Вот и все. То есть э, не надо мешать э, тем людям, которые действительно понимают, что они делают. То есть, например, в том числе, опять же, как я говорил, МЧС. Но ну, если вы хотите помочь, делайте это, только делайте это правильно, да, и только то, что вы умеете делать. ну, вот у меня вот такой ответ, Елена. Любовь пишет, подмосковные леса сожрал жук, мы молча на это смотрели, потому что не знали, что делать. А теперь леса вырубают. Инстанции занимаются отписками. Вот что делать в этой ситуации. Ну, вот, во-первых, не знаю, вот я просто могу рассказать, как бы я делал, да. То есть вот я обычный человек. Вот я, например, живу и вижу, что вот происходит, такая ситуация с, с лесами, да. Значит, что бы я начал делать? Во-первых, я посмотрел, действительно как это происходит, где это происходит, давно ли это происходит, например, было ли это несколько лет назад или нет. То есть, опять же, это все можно выяснить, да. Потом действительно посмотрел бы, какая организация ответственна за вот решение таких проблем. Если эта организация по каким-то причинам, она не... Я не очень, правда, понимаю, что вы имеете в виду под отпиской, Ну, в принципе, я, наверное, понимаю, что есть определенное время, когда там, человек может ответить вам, да, и... То есть, он может ответить отрицательно. Там. Но это совершенно не значит, что он поможет. Да, в интернете. И а далее есть, опять же, какие-то законы, по которым, например, ну, так, там, вот эти вот органы, они обязаны решить какие-то проблемы Опять же, можно обратиться в эти органы, написать То есть, на самом деле, это все делается очень просто Вы сидите за ноутбуком, там, за компьютером, и это можно сделать за три часа И, то есть, вы смотрите, как это делается И, то есть, если не выполняются какие-то действия, вы просто там, информируете вышестоящие органы, но если это никак не работает вообще, опять же, можно посмотреть просто те кейсы, которые существуют уже в интернете, либо поискать вот в вашей области, либо зоне, либо городе а, те организации, которые близки, например, к экологическим а, там решениям проблем и так далее, и просто скоординировавшись с ними, принять какие-то действия, которые действительно помогут, потому что, во-первых, экологические Организация, по сути, там, если они не коммерческие, они, они, в принципе, должны знать, там, ну, как это работает и, то есть, что нужно сделать. И в первую очередь можно, например, пока там вам отвечают, да, пока там, условно говоря, за, ну, то есть те действительно законодательные, законы, я имею в виду органы, которые должны решать эти проблемы, пока не занимаются бумагами, вы, в принципе, уже можете сделать какой-то первый шаг, и подтолкнуть просто вот эти какие-то организации к тому, чтобы они начали действовать, потому что, ну, просто по-другому быть не может. И тем самым вы хотя бы сдвинете это с мертвой точки, да, то есть понятно, что ждать не надо. А, ну вот, вот в том числе, да. Поэтому мне кажется, что самым главным правильным шагом нужно, конечно, сначала оценить ситуацию, посмотреть, проанализировать информацию, посмотреть, конечно, сначала, перед тем, как вы хотите что-то сделать, кто ответственный, в принципе, кто ответственный вообще из -за, а, органов за решение этих проблем, связаться с этими органами, и только по той причине, что они не отвечают или отвечают долго, уже сделать это самостоятельно, либо начинать делать, потому что в обратное, конечно, может привести, там, к ситуации, когда просто вы можете сделать что-то, условно говоря, незаконное, да, потому что у нас в стране законы очень такие не всегда двухсторонние, да, Поэтому, ну, то есть вот мне кажется, что сила вот людей, а, сила краудсорсинга интернета связана именно с тем, что вы можете посмотреть подобные случаи даже в России, даже в России, и посмотреть просто, либо пообщаться с теми людьми, кто может дать вам советы. А, не совсем поняла, как собрать информацию по лицам в Подмосковье. Ну, смотрите, во-первых, существует достаточно много... А, там, не знаю, организации, которые, ну, там, лес-охранительных организаций, которые, собственно, в их ведомстве, э, там, информирование о ситуации, да, то есть, вы можете посмотреть их сайты, посмотреть какие-то фотоснимки, посмотреть еще что-то, то есть, существуют сервисы, которые позволяют это делать там, а, то есть, вот, ну, это, это, же как-то проявляется, то есть вот, например, вот там сожрал жук, да, вы, вы же об этом как-то узнали, это же не просто так, вот вы пришли в лес, посмотрели одно дерево, смотрите, что-то не так. Прошли три километра, смотрите, там что-то опять не так. Или, то есть есть же, ну, в том числе лесничество, да, то есть это все каким-то образом должно проверяться и так далее, да. То есть, безусловно, наверное, если нет информирования через интернет, не существует сбора информации, вы можете это сделать. То есть как первым шагом вы можете сделать в том числе сбор информации, предоставить уже организациям, тем, которые должны вот, выполнять какие-то действия по борьбе, вы можете предоставить а, им информацию и сказать, вот, смотрите, действительно происходит проблема, вот если вы не будете действовать, что-то произойдет. И тем самым вы эту информацию, собранную, да, уже можете потом использовать против тех организаций, которые не хотят а, как-то бороться, потому что если вы пересылаете вот эту информацию вышестоящим органам, то это не должно остаться никак безнаказанным. Понятное дело, когда вы просто пишете, что вот, вот сожло, ну, там, какие-то проблемы с лесом, там, э, сожрал жук, и что? Ну, то есть, а где, где подтверждение того, что это есть? То есть, мое мнение такое. И просто нужно начинать делать первые шаги потихонечку, потихонечку, да. И как я вижу, что проблема в следующем, что просто люди совершенно не знают, кто, кто ответственен за что, да, кто что делает, кто почему делает, куда обращаться, куда идти. Вот, вот в этом проблема, особенно вот именно с точки зрения экологии. И вот действительно, если человек не специалист, вот просто обычный человек, вот я живу, например, у меня рядом парк есть, вот если там в парке действительно что-то происходит, вот я вот, например, не знаю, что делать. То есть, ну, конечно, я с помощью интернета найду, но вот глобально так я не знаю, то есть у меня нет никакой информации об этом. Соответственно, может быть, было бы здорово создать какой-то единый информационный ресурс, на котором была бы собрана вообще вся информация, вот, о, там, допустим, если вас интересуют там леса, да, вот о лесах, например, и всех вот организациях, которые связаны в вашей области. Это уже будет большой плюс, потому что вы можете сделать э, вот это. Ну, да, вот это уже есть, Мария говорит. Ну, вот... Следующая проблема, когда это уже существует, это то, что об этом никто не знает. А почему об этом никто не знает? Потому что, во-первых, об этом ну, просто мало кто говорит, мало кто пишет, и этим мало кто пользуется. То есть вот не хватает просто, конечно, информирования людей о том, что уже существует. А это уже как... Ну, мы можем, конечно, об этом сейчас поговорить, но это уже другой вопрос. То есть с точки зрения волонтерства если мы говорим о волонтерстве, да, потому что это очень неразрывно связано, то мы не можем не сказать о том, что у каждого человека есть своя, там, мотивация, да, и э, нужно обязательно затрагивать мотивацию каждого человека, вот, э, что-то делать, да. То есть волонтеры могут действовать, там, например, от чрезвычайной ситуации, до чрезвычайной ситуации, да, либо только во время чрезвычайной ситуации. А вот если между вот этими ситуациями ничего не происходит то все начинается заново. Вот так. А... Ну, опять же, глобально, вот я хочу сказать, что там, мы много пишем о каких-то вещах интересных, и у меня сформировалось такое мнение, что вообще вот у нас в России, вот конкретно в России, ну то, что там, мы живем в России, да, у нас нет какого-то действительно такого Гайдлайны, то есть э, Мы, люди не умеют принимать решения Мы не знаем, как действовать в определенных ситуациях У нас нет э, Вариаций каких-то, да, потому что Нас этом никто никогда не учил, мы не, мы не знаем, что делать То есть там Ну, мы помним с детства, да, что там Не надо жечь спички, там еще что-то там Оставлять там включенным газ и так далее Но это все, что вот есть у нас, да То есть у нас нет определенных гайдлайнов, вот, чтобы люди умели принимать решения. Если вот кто-то когда-то начнет создавать такие вот э, сервисы, либо образовательные программы, которые позволят людям, там, не знаю, принимать такие решения, как, как минимум, да, либо действительно сделать какое-то приложение, которое бы просто, условно говоря, вам говорил, что делать в этой ситуации. А не просто, ну, то есть это можно сделать на основе больших данных, на основе просто статистики, да, то есть, условно говоря, а вот лес начал пожирать жук, и там, вероятность того, что что-то случится плохое, велика, соответственно, вы можете там, пойти дальше и найти контакты той службы. Ну вот, то есть тема она такая, да, и достаточно сложная. Но мне кажется, что, еще раз, вот, резюмирую, главное ⁇ это информирование о вообще существующих ресурсах. Никто не знает, мало кто знает, что-то что существует. Вот. Так, есть ли какие-то еще вопросы? Давайте я вам напишу еще раз свою почту. Если у вас какие-то будут вопросы, вы можете писать. И я думаю, что я вам с радостью отвечу. И вам было что-то полезное, интересное. И также советую все-таки сходить на метап и узнать более подробно о космоснимках и о том, как вообще... А снимки, сделанные из космоса, помогают в борьбе с пожарами в России. Это очень здорово, действительно. И просто это очень интересная технология. Приходите, и, и думаю, что будет интересно. Так, да, я тогда сейчас отключу микрофон и через несколько секунд просто скину ссылку на презентацию в PDF, и тогда мы можем уже заканчивать. Так что всем спасибо еще раз, и ждем вас на следующих вебинарах. Так что хорошего вам дня.